Катя, это самое лучшее платье в нашей коллекции. Не хватает только одной детали. Подожди, подожди. Доченька, écoute moi, s'il te plaît. У моей мамы был похожий кулон. Она передала мне его в наследство. Когда-то, 20 лет назад, я продала его в самый трудный момент для семьи. И ни капельки об этом не жалею. Сейчас у меня появилась возможность возобновить эту традицию. Я надеюсь...